А в Ухте волонтеры Победы провели уроки памяти, темой которых стала история блокадного Ленинграда. В преддверии 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады школьникам рассказали, как город прожил 872 дня в окружении захватчиков. Разрушенная инфраструктура, болезни, обстрелы, авианалеты и жуткий голод, не щадивший ни взрослых, ни детей. Детей в основном удивляет голод, который переживали люди, а то, какие нормы были еды, то есть, да, 125 грамм хлеба, и что в этот хлеб входило, то есть мы понимаем, что это даже хлебом нельзя было назвать. Ну, для детей это в большинстве случаев шок. Об истории блокадного Ленинграда участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» рассказывают в школах по всей стране. Главная цель уроков памяти – передать юным поколениям знания о подвигах народа и об испытаниях, которые пережила наша страна в годы Великой Отечественной войны.